Девчонки, всем приветик! Вы попали на мой канал, меня зовут Полина, и в сегодняшнем видео я бы вам хотела порекомендовать прокладки на первые месячные. У меня уже было такое видео на канале, я его снимала где-то полгода назад, там я показала немного прокладок, то есть там особо не из чего выбрать, и в этом видео я решила добавить некоторые прокладки, чтобы было больше разнообразия, поэтому можно сказать, что это вторая часть того видео. Кто его еще не смотрел, то обязательно посмотрите, я оставлю подсказочку. Ну и давайте, наверное, начнем. Также хотела бы сказать то, что это видео больше будет полезным девочкам, у которых еще нет месячных, но и для девочек, у которых уже есть месячные, оно тоже будет полезным. Я покажу хорошие прокладки, вы тоже сможете их покупать. Ну и первые прокладки, которые я могу посоветовать, это вот такие вот Libres Fresh Protect Normal на 4 капельки с мягенькой поверхностью. Они у меня в старом дизайне уже есть, в новом дизайне прокладки. Кстати, они у меня мелькнули в той первой части, но из-за того, что я не увидела то, что один кадр удалился при монтаже этого видео, я не рассказала о них ничего, даже их не показала, то есть они мелькнули и все, но я о них ничего не рассказала. И в этом видео я решила их вам тоже показать. Вот так вот выглядит индивидуальная упаковочка. Кстати, эти прокладки не очень дорогие, но они не дешевые. В принципе, если найти по скидке, то можно найти за 70 рублей. В принципе, это нормальная цена. И вот так вот они выглядят. Мягенькая такая приятненькая поверхность, хороший клей. Они все очень хорошо впитывают, комфортные, классные. На первые месячные они хорошо подойдут. Следующие прокладки, которые я могу посоветовать, это Bella Perfecta Ultra Violet на 4 капельки с поверхностью сеточка. Также они ароматизированные. Это были мои самые первые прокладки, которые я использовала, и мне в них было комфортно. Они у нас идут в новом дизайне, и знаете, у некоторых чаще всего попадаются вот такие вот прокладки без дизайна, то есть с небольшим браком, а именно внутри нет рисуночка на прокладке. Вот здесь вот именно внутри нет рисунка, хотя он должен быть. Но это никак не влияет на саму впитываемость, и некоторым, возможно, это важно, некоторым нет, и это особо не принципиально. Вот так вот прокладка выглядит внутри, у нее широкие крылышки, и вот такая вот поверхность. Сеточка. Также я вам решила показать прокладку в старом дизайне, она у меня еще сохранилась. И вот так вот прокладки эти выглядят. Очень симпатичненькие, хорошенькие. Я не могу сказать, что клей прям на высшем уровне, но прокладки не очень дорогие, то есть это такая средняя ценовая категория. Они стоят в районе 60-70 рублей. В общем-то, хорошие прокладки. Могу вам их посоветовать. Но если у вас чувствительная нежная кожа, то, скорее всего, вам будет в них некомфортно именно вот с этой поверхностью находиться. Мне эта поверхность очень нравится. Но также из этой линейки, именно Bella Perfecta Ultra, есть прокладки Bella Perfecta Ultra Rose. Они идут с мягкой поверхностью и с таким же ароматом, как у Bella Perfecta Ultra Violet. А также есть прокладки Bella Perfecta Ultra Blue, они тоже на 4 капельки, тоже с мягкой поверхностью, но уже идут без аромата. То есть, если у вас там есть аллергия на ароматы, возможно, то вот эти вот прокладки вам идеально подойдут. У них также есть боковые вот такие вот бортики, которые защищают от протеканий. И сами прокладки очень нежные и комфортные, они не парят, абсолютно ничего такого, очень комфортные. А вот эти прокладки я показывала в прошлой части этого видео, но я понимаю, что ту часть не все посмотрят, а о этих прокладках нужно знать, что они вообще существуют, потому что посмотрите, насколько они тоненькие и как идеально они подойдут на первые месячные. В первые месячные нужно, чтобы у вас были как можно тоньше прокладки, и чтобы вам было комфортно в них находиться, потому что в первые месячные, конечно же, будет это все доставлять какой-то дискомфорт, вам будет непривычно, это, в принципе, естественно первое время, особенно с этими прокладками, потому что к ним действительно быстро привыкаешь. Вот такой вот у них легкий дизайн, также присутствует аромат, в первое время он едкий, а потом выветривается. Ну и также у них, не могу сказать, что прям идеальный клей, но он хороший. Ну и последние прокладки, которые я могу посоветовать, это Molpet Ultra на 4 капельки с поверхностью сеточка. Прокладки очень хорошие, они дорогие, сразу же хочу сказать, стоят около 90 рублей, но есть прокладки, которые стоят и дороже, то есть согласитесь, те же самые Always Sensitive, которые не хуже, чем
Те же самые Bella Perfecta Ultra, они стоят 130 рублей в некоторых магазинах за 10 штук. А эти прокладки стоят 90 рублей, но они действительно хорошие, с поверхностью сеточка, у них красивые такие индивидуальные упаковочки. И давайте я вам покажу эти прокладки. И внутри прокладка выглядит таким образом. У нее вот такая вот сеточка. Сеточка не всем понравится. Я не могу сказать, что сеточка это жесткая, но она не мягкая. То есть обычная сеточка, крылышки очень комфортные. У них прям идеальный клей. Они не отклеиваются от нижнего белья, что тоже немаловажно. Присутствует такой легкий дизайн, также легкий аромат. Я думаю, вам эти прокладки понравятся. Ну а на этом было все видео. Надеюсь, оно вам очень понравилось и было полезным. Также я хочу заснять видео, в котором покажу вам бюджетные хорошие прокладки. Если вы хотите такое видео на канале, то обязательно пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И всем пока-пока!